У меня 6 лет опыта рекрутером в крупном международном энергетическом концерне. Как рекрутер я уже знаю все процессы, да, я могу делиться этой экспертизой с людьми, и каких-то инструментов мне не хватало. Я HR с 15-летним стажем, и в какой-то момент я поняла, что мне хочется углубиться больше, наверное, в психологию, то есть примерно остаться в том же направлении, около HR-ном, так говорить. Углубиться в психологию. Я вообще не знала, кто такие карьерные консультанты, честно. Это вообще к моему стыду, но я вообще не знала, что такие люди существуют, чем они занимаются. Пошла туда для больше для личной трансформации, действительно, для личного такого развития, для своего. И превратила это в профессию свою. Основное направление у меня в работе – это подбор персонала. Но карьерное консультирование настолько расширило даже эту сферу мою, да, потому что у меня появилось много очень инструментов даже для собеседования с кандидатами. Я приходила именно на карьерный консалтинг, где есть такая вот четкая какая-то позиция, где оказалось так, что я больше работаю в сфере психологии изначально, но не знала, как это было все интуитивно. У меня в каком-то чате в Телеграме спрашивали советов, где можно обучиться карьерному консультированию. И там какие-то предлагали коллеги другие курсы. И она пишет, я прошла этот курс, но мне не хватило, говорит, там психологии нет совершенно. То есть там какие-то основы вот это вот дают, а психологии нету. А я говорю, а я вот заканчиваю как раз европейскую школу HR Secret, Наталья Токарская, говорю, обучение. И как раз-таки психологии там много, потому что все запросы, к которыми приходят клиенты, но они все связаны с психологией. Неважно, он приходит обновлять свое резюме для выхода на рынок, да, это вот это вот, страх себя заявить, страх себя лучше показать, чем он есть, там, да, вот они многие себя там недооценивают в резюме. Вот этот симбиоз, что, да, вот HR, карьерное консультирование, психология, это вот, наверное, самая крутейшая идея, которая могла быть. Очень сложно было протипирование, прям очень сильно сложно давалось, но я прогрызла этот фундамент, так сказать, и теперь, когда люди приходят и говорят мне, что вот вы подчеркнули, да, что сейчас очень важно, когда человек чувствует, что вы спокойны. Я, в принципе, по жизни стараюсь быть спокойной, там по утрам занимаюсь йогой, и люди тоже возвращаются с обратной связью, что вот после того, как пообщался с вами, стало спокойнее, стало стабильнее. По поводу вот ценностей, по поводу психотипа, это вот каждый просто, каждая работа с мини-группой, это были такие инсайты, да, когда вот ты это все проговариваешь, и такой вау, ничего себе, когда ты понимаешь вообще действия окружающих, действия свои. Спустя какое-то время вдруг я начинала видеть в себе какие-то проявления, на которые раньше не обращала внимания, они стали мне доступны именно потому, что вот здесь был дан такой материал. И инструментов было дано нам столько, что, мне кажется, никаких дополнительных обучений нам не нужно. Ну, может быть, если только кто-то узко, да, будет уходить, там, тот же диск, да, какое-то тестирование. Ну, а так очень было интересно, очень познавательно. Очень круто, что здесь и психология, и карьерный консалтинг, это вообще... Я получила здесь больше знаний намного, нежели я там училась в магистратуре, да, по психологии. То есть я закончила магистратуру в мае 2021 года и в сентябре пошла к вам. Для меня очень ценны были демо-сессии, которые были предложены в рамках учебного курса, где была возможность посмотреть, как вживую проходят консультации. Я начала практиковать уже, когда вот проходили первый модуль. Я проводила бесплатные консультации, там, где-то 10 консультаций, наверное, провела бесплатно, анализировала, как работать, что работает. Потом вокруг меня начали появляться люди таким чудесным образом, которые, ну, просто вовремя мне начали помогать, вплоть до того, что там я сейчас, на меня вышла руководитель одного агентства кадрового, она хочет запускать проект, она вышла на меня как на карьерного консультанта, в итоге мы там уже, я, она хочет, чтобы я руководила у нее проектом этим. Ну, то есть такие вещи происходят, о которых я раньше даже не думала и не понимала, куда мне идти и как вообще будет происходить и дальше моя жизнь строится. В этом плане, что это не только знания, да, а еще и практический инструмент по продвижению себя, по работе в соцсетях, вот это тоже было очень полезно.
И отдельное спасибо, что эти уроки останутся, потому что важно их пересматривать. Особенно, когда готовишься к консультациям, это ну прям конспекты конспектами, а вот еще раз эмоциональную вашу подачу, да, ну вот именно ваши слова, это очень здорово, что это есть. Также благодарю вас за неограниченный доступ, потому что всегда, когда пересматриваешь какие-то новые инсайты, да, новый там взгляд, вот поэтому именно рад, да, что именно в это время мы получаем это образование, и есть такая миссия, да, сейчас помочь людям, которые в этом очень нуждаются. Интересно столкнуться с клиентами, которые приходят и приходили как бы через вас. Тоже опыт разный, особенно когда запрос один, а выясняется, что человек приходит совершенно с другим, и начинаешь перестраиваться, и благодаря знаниям, которые получил, инструментам, ты можешь, как я говорю, переобуться прямо в воздухе и дать клиенту то, зачем он пришел. И Наталья, и Кристина умные, красивые, хорошо подают, говорят с правильными ценностями, ну такие как бы для меня стали ролевые модели. Учиться у таких гуру для меня большой восторг, и Наталья, и Кристина, вы меня обе очень вдохновляете. Вы вдохновляете своим примером, как реагировать на то, что есть сейчас. Этот курс, ну, правда, он мне настолько вообще мышление даже мое как-то вот поменял, да, и вообще видение всего. И, наверное, это было одно из самых вообще интересных и качественных обучений, которые я проходила. То, что было в сентябре, и то, что сейчас у меня в голове, да, это полностью такая вот переворот на 360 градусов. Сейчас я уже не боюсь про деньги. Сейчас я уже очень хорошо себя продаю. У меня есть уже постоянные клиенты. Очень насыщенная программа. Благодарю неимоверно за малые группы. Это самая лучшая практика, которую можно было только, мне кажется, придумать. Кураторы, вот вообще у вас такие молодцы. Мне очень все нравились. И они именно кураторы, которые на своем месте. Я получила все необходимое, все, что хотела получить. Это куча инструментов. Очень много и теории, и практики, и отработки. Столько вот методик, да, инструментов для даже самопознания. Для меня на самом деле оказалось, что карьерный консалтинг – это как бы очень правильное развитие моей личной истории, моей личной карьере, потому что как бы я такой помогающий человек, всегда хотела именно быть полезной людям, ну, где-то оценивала себя где-то как сервисную как бы, ну, службу, да, или функцию. И здесь вот как-то было откровение, что, наверное, после всей моей работы в рекрутинге, в HR, это очень правильное как бы движение. Я поменялась сама. То есть поменялось вообще отношение в семье, поменялось отношение с окружающими людьми, поменялось, вообще все поменялось. Я сейчас не такая Райля, которая была в сентябре. И ваш курс мне помог измениться самой. У меня, ну, действительно очень изменилась я сама. За это большое спасибо. Спасибо за меня. Вы видите, ваш курс, или вы, да, энергетика меняет жизни участников курса. Реально меняет жизнь.